Не догнал, капитан. Так это, может быть, и развалилось, но Олег Малышкин состоялся. Он молодец. Был кандидатом в президенты России совсем недавно. И он тоже? Экс-кандидат в президенты. А, конечно. Это сумеш четвертого созыва. Да, это мы все помним. Да. То есть в Старом Роге не все так просто. Да, не все так хорошо. Так, Олег Ким. Пас Евгению Сербину. Догнать! Кричит на гону, ход догоняет! И Малышкин! Вот Валера чуть не забил 155-й гол. Что, сразу на три считается один гол? Да, один к трем. Новые правила. Правила вводит Роберт Михайлович Лапа. Не надо же своим помочь. Ну выходите на поле. Где ваши бутсы? Кирьяков. Ну вот хоть перевели мяч на положенное половину поля. Солнышко появилось. И удар какой направленный. Ух ты. Какой мощный удар Михаила Предельникова из московского правительства. Вот так вот. Рядом со штангой. По-моему, у вас замена вратаря. Вы говорили об этом? Да, в воротах у нас сейчас Холин. Аплодисменты голкиперу. Сзади. Снова сзади. Еще раз за... спереди. Малышкин дает, а? Но если такому человеку не удалось стать президентом, какие же были соперники? И на подрыве идет Маркович! Маркович в отчаянии пытается догнать защитник Кирьякова! Очень серьезно! И дальше Предельник! Конечно, Кирьякова не получилось! Какие разрывы в середине поля! Торпеда, соберитесь! 35-й номер! Ну вот важный момент матча. Надо перехватывать инициативу и идти на московские ворота. Что нам поделаешь, Кирилл?